Друзья, всем привет! Сегодня хотелось бы чуть-чуть поговорить о тех растениях, которые мы заказывали сады Урала. Это питомник челябинский. Очень хороший питомник, мне понравился. И хотелось бы показать растения год спустя, как они перезимовали. Ну, вот здесь у нас сидит яблоня для украшения сада, китайка золотая. То есть, как вы видите, все живенько, все целенько, и растение растет. Пришло оно маленькое, ну и на сегодняшний момент уже, в общем-то, растет деревцем. Вырастает оно небольшое, так как оно декоративное, если мне память не изменяет, по-моему, там не больше 2,5 метров. Но должно быть достаточно симпатичным. Здесь у нас тоже сидит яблоня для украшения сада. Она, по всей видимости, краснолистная. Сейчас я название навскидку не помню, но у меня есть ролик, где, в общем-то, все перечислено, и ссылку на него я оставлю. А сегодня, в общем-то, я хочу просто показать о том, что растения пережили наш в этом году практически 40-градусный мороз, но, по всей видимости, повезло тоже еще то, что было достаточно большое количество снега. Ну и вот, как мы можем видеть, растения очень даже хорошо себя чувствуют. Здесь у нас вот еще одна декоративная яблонька будет расти, тоже небольшая. Посадили возле дома, чтобы дома такие росли небольшие деревца. Очень люблю, когда возле дома присутствует листва. Поэтому мне нравятся всякие декоративные деревья. Здесь у нас сидит СВГ, дерево сливово-вишневый гибрид. То есть вишня будет достаточно крупная, такая чем-то смешано со вкусом вишни и сливы. Ну вот, тоже дерево перезимовало, растет и чувствует себя тоже неплохо. Здесь у нас сидит чебушник «Воздушный десант», цветет белыми цветочками с вишневым ароматом. То есть интересные кустарники, я их заказывал 2 штуки. Вот сидит здесь второй, и тоже зиму перезимовали, даже пытаются какие-то цветочки появиться. Здесь у меня сидит пузыреплодник, цветет он такими ближе к бордовому цвету листьями. Ну и цветочки, я, честно говоря, не помню, какого цвета, если есть, но сам факт того, что цвет такого бордового цвета листья, очень красиво смотрится, игра цветов, особенно по осени, очень красивый кустарник. Ну, его, как правило, можно использовать как ограждение живое, тоже, в принципе, вот часто им декорируют сады. Друзья, здесь у меня еще одна рассадная грядка, которые растения были заказаны с челябинского питомника сады Урала. Здесь у меня вот растение клюква, здесь гортензия, там у меня должна быть где-то брусника. Сейчас вот навскидку, честно скажу, не помню. Сам факт того, хочу что показать, что именно все растения живы и растут. Здесь у меня сидит кустарник азалии, вырастает до 2,5 метров. То есть достаточно красивый кустарник и тоже, в общем-то, служит для украшения сада. Дальше у меня сидит рододендрум. Ну, здесь он слегка, конечно, перебаливает, но, я думаю, страшного ничего, вырастет, потому что он пришел в таком достаточно не очень хорошем состоянии, но при всем при этом я надеюсь, что я его вытяну. Друзья, ну, а здесь у меня данный кустарник, это спирея сиренево-цветная, то есть если мы можем посмотреть поближе на цветочки, то они будут сиреневым цветом и уже практически пытается цвести. Ну вот, часть хотел вам показать растений, которые я заказывал в челябинском питомнике. Если вам понравилось мое видео, ставьте палец вверх, продолжение следует.